той мяч не успел. Маурисио. Здорово, пацаны, а вы что тут за мной наблюдаете? Вы хотите посмотреть, чем я занимаюсь в выходные дни? То есть назвать так в отпуске? Я тут сижу, играю в футбол. Никого не трогаю. Но так же я хотел и бухнуть. Вот так, я думаю, мой отпуск и пройдет. Но этого не должно случиться ни в коем случае, поверьте. Я хочу поехать в командировочку такую небольшую. Поехать сначала до Ростова, посмотреть, что там происходит. Где там можно погулять, какие там места есть хорошие. А после Ростова я хотел бы поехать в Сочи. В Сочи, вы знаете сами, горнолыжный курорт, где можно отдохнуть весело и задором. А после Сочи я хотел бы поехать еще в Абхазию. В Абхазии будет вообще замечательно, там такая природа. А что еще делать? На улице минус 12, мне холодно, я хочу на юг. Тем более у меня отпуск, а денег, можно сказать, и нет совсем, чтобы этот отпуск хорошо провести. Всем, кому интересно, чем я буду заниматься в своей командировке, кто хочет смотреть новое видео про меня, как я путешествую, не забывайте на меня подписаться. Меня зовут дядя Митя. Всем удачи, всем пока! We'll be right back.